Под эгидой Министерства культуры и спорта Республики Казахстан состоялся республиканский чемпионат Казахстана по спортивному и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 областей страны, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Подробнее в сюжете. В республиканском чемпионате приняли участие спортсмены из 14 областей страны, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента. Соревнования проходили в соответствии с положением, утвержденным Международной федерацией самбо ФИАС. Соревнования были приурочены к памяти мастера спорта СССР по самбо, заслуженного деятеля искусств и спорта СНГ, главного тренера национальной сборной Казахстана, чемпиона мира по дзюдо, академика по борьбе самбо Кирея Койшыбека. В соревновании приняли участие 470 спортсменов и разных регионов страны. В общей сложности участвуют 470 спортсменов. Чемпионат в этом году проходит на очень высоком уровне. Здесь принимают участие 17 команд. Участвуют 14 областей, 3 города. Самый сильный среди мужчин – Жанаев Рахат. Он борется в весе 64 килограмма. Среди девушек хорошо себя показала Гульдана Альмухметова. Ее весовая категория – 54 килограмма. После того, как спортсмены пройдут этот этап соревнований, кто-то из них станет чемпионом страны. Сегодняшние борцы – это будущий состав национальной сборной. Они будут проходить отбор на предстоящий чемпионат Азии, а затем чемпионат мира. По словам специалистов, спортивное и боевое самбо в Казахстане развивается хорошо. Наши земляки постоянно возвращаются победителями азиатских и мировых первенств. Сегодняшние соревнования – одни из самых важных в этом году. Это чемпионат Республики Казахстан среди взрослых. Соревнования посвящены Кирею Койшыбекулы, великому борцу самбо. В этом соревновании сформируется наша взрослая сборная. Тут будет женская сборная, мужская сборная и сборная по боевому самбо. Спортсмены, победившие в этом соревновании, примут участие в чемпионате Азии и Кубке мира. В республиканском чемпионате приняли участие 470 спортсменов из 14 областей и 3 городов страны. Мужчины боролись в 8 весовых категориях. Женщины в 7, среди них Маргарита Бажаева из Карагандинской области. На республиканском чемпионате юная спортсменка заняла первое место. Это наша третья встреча, и я настраиваюсь, знаете, попробовать победить, потому что я знаю, что она очень сильно опытная соперница. И настрой был просто попробовать победить. И я до сих пор не верю, что у меня это получилось. Очень сказать спасибо большое моим тренерам, то, что они в меня верили и подсказали, как бороться. Участники соревнований прошли полный медицинский осмотр, а также сдали ПЦР-тесты. По итогам чемпионата борцы, победившие своей весовой категории, получат награды, путевки на чемпионат мира и Азии, а также станут членами сборной страны. Рената Тахирова, Рустем Кайратулы, Адильжан Бисенгазинов, телеканал «Семей».